Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я Ульяна, и сегодня у нас будет распаковочка вот такого утебокса с едой. Там будет несколько сквишек. Там будет два сквишика и два обычных предметика. То есть можно считать, что здесь будет 4 предмета. Да, я понимаю, это очень мало, но, конечно же, я буду продолжать делать такие боксики. И это второй утебокс с едой. Ой, я просила под прошлой распаковкой утебокса, если видео наберет 10 лайков, то я сделаю еще один бокс. Видео набрало больше 10 лайков, и, по-моему, то видео набрало 38 лайков, по-моему, если я не ошибаюсь. Огромное вам спасибо, я такого не ожидала. Я думала, что видео максимум там 6 лайков наберет, но 38, понимаю, класс. И это видео с прошлой распаковкой утебокса. Видео набрало где-то 500 просмотров, если я, конечно, не ошибаюсь. Может, 400 с чем-то. Вот, по-моему, где-то вот так, между 500 и 400 просмотров. Меня это очень радует. Я такого не ожидала. Ну и давайте начнем распаковывать этот боксик. Это такой утебоксик с едой. Вот распаковочка без уточки, она сейчас смотрит мультики, вот. Вот такая здесь обложка, как обычная уточка, еда, вот такие вот звездочки, утябокс 2. Вот давайте распакуем его. Здесь нам попалось 3 пакетика, а значит 3 предмета. Они очень шуршащие, я их делала из пергамента, эти пакетики. Очень сильно шуршат. Вот. Просто оглушают. Вот не знаю, как на камере слышится. И давайте начнем с самого большого и закончим с самого маленького. Открывать. Так, начнем. Откроем сначала большой пакетик. Кстати, они с сердечком. Мне очень нравится этот стиль. Как бы коричневый, пергаментный. Ух ты! Посмотрите, нам попалась шоколадка Милка! Вот, старалась рисовать, она очень похожая, но ее мы открываем. И здесь шоколадка сквиш. Прикольно. Вот в этой упаковочке такой шоколадка сквишек. Она очень сильно хрустит, я очень на ней старалась, послушайте. Вот так прикольненько. Вот, давайте ее положим обратненько. Такая шоколадка. Мне она очень понравилась. Так, дальше идет средний вот этот. Откроем его. А здесь уже просто шоколадка Милка сквишек. Вот, можно ее пожмякать. Вот. В принципе, они не отличаются, только отличаются одним размером. Но еще здесь я нарисовала вот эти две штучки. И последний пакетик. Прикольненько. Так, я, конечно, не знаю, как открыть. А, вот. Кстати, сейчас вечер, вы, наверное, заметили по освещению. Угадайте, что это. Видно, что это какая-то упаковочка вам знакомая. Как мы печеньки. Сейчас я вам покажу, которые нам попались в прошлом боксике. Вот такие упаковочки похожие. Это вафельки, это печеньки. Их тоже можно доставать. Вы, наверное, видели. Смотрели видео прошлой распаковкой утебокса? Если нет, то обязательно посмотрите видео на канале. А это у нас чипсики.
Тоже в такой упаковочке. Сейчас я вам их достану. Вот видите. Вот такие тут чипсики. Там еще два чипсика лежит. Тут у меня что-то все видео фон сдвигается. Вот. Чипсики. Удочку будет кушать. Вот. Ну что ж, вот такие три предметика мы с вами достали. Они очень прикольные. Но, конечно же, я понимаю, этого всего мало. Я буду продолжать делать такие боксики. А сейчас время для приветиков. Так. Сегодня нам приветик трем девочкам. Первый приветик я передаю Дарье. Таким с яблочком. Вот такая аватарочка с розочкой. Очень красивая аватарочка. Ребус бабочка. Это правильный ответ. Вот, большой тебе приветик. Спасибо большое, что написала свой вариант ответика на ребус. Дальше передаю Женя О к каналу. Тоже, наверное, девочка. Женя Окей, наверное, да. Я не нарисовала аватарочку, потому что она была как бы сложная. Вот, я не смогла ее нарисовать. Валерия Орех, последний приветик, большой тебе приветик. Можно приветик? Огромный тебе приветик. И я сейчас... Большой вам, девочки, приветик. Огромный вам спасибо, что написали комментарии мне. Думаю, что вам понравился этот сквишек и сквишек-шоколадка, который здесь, и чипсики. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!